Медаль за отличие в охране общественного порядка – государственная награда, которую вручают только по указу президента России. Ее новый обладатель, полицейский Юрий Портнов, такой высокой честью удостоен за профессиональную работу. Начальник следственной части раскрывает преступления более 20 лет. Ушедший год оказался для отделения очень успешным. До суда довели много дел, связанных с финансовыми махинациями. Хочу поблагодарить в первую очередь весь дружный свой коллектив главного следственного управления, следственной части главного следственного управления, оперативный состав, который на протяжении очень длительного времени оказывали серьезную поддержку в работе по серьезным резонансным уголовным делам. И вот это в первую очередь результат именно вот нашего всего дружного коллектива. Как в русской пословице говорят, один в поле не воин. Награждение лучших сотрудников прошло на заседании коллегии регионального управления МВД. На ней были подведены и итоги работы ведомства в прошлом году. Всего в области зафиксировано более 42 тысяч преступлений. Больше половины из них раскрыты. Снизилось количество преступлений с нанесением тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, краж, поджогов и хулиганства. Уменьшилось количество преступлений на улицах и других общественных местах. Положительной динамики удалось добиться благодаря успешному сотрудничеству полицейских с другими ведомствами и областными властями. Основу взаимодействия составляет 8 региональных и 47 муниципальных программ правоохранительной направленности. Их реализация способствовала повышению уровня безопасности граждан. На улицах населенных пунктов значительно сократилось число разбоев, грабежей, преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью, мошеннических грабежей, снизилась бытовая и региональная преступность. Успехи региона отмечают и в федеральном министерстве. По совокупности показателей ведомство Самарской области занимает 12 место из 84 субъектов России. Спасибо за вашу работу. Вот вы сегодня нужны своей стране, вы нужны нашему народу, потому что на ваших плечах лежит основная ответственность за общественный порядок. Говорили на коллегии и о задачах, которые поставлены перед ведомством на 2020 год. Он объявлен годом памяти и славы. В области планируется большое количество акций и масштабных праздников, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И на каждом из них требуется обеспечение безопасности людей. Соблюдать законность и порядок будут и на муниципальных выборах, и на референдуме, посвященном внесению поправок в Конституцию. Любые задачи нам по плечу, в этом не раз мы могли убедиться, как и проведение самых масштабных мероприятий, в том числе мирового уровня, так и проведение важнейших общегосударственных мероприятий. Нет никаких сомнений, что мы справимся с этими задачами. В 2020 году приоритетными направлениями деятельности станут повышение эффективности работы по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в IT-сфере и наркопреступлений, работа по профилактике и снижению количества ДТП на самарских дорогах, а также традиционная работа по защите прав граждан. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.